Мешает реклама, появившаяся снизу? Просто нажмите на крестик. Ну что, уважаемые друзья, я думаю, что каждый из вас всегда ищет, всегда искал и всегда будет искать новых партнеров в новые бизнес-программы или же в старые бизнес-программы. Это особо роли не играет. В любом случае, каждому человеку требуется новый партнер для развития своей собственной структуры, для того, чтобы ваши доходы увеличивались в глобальных масштабах. И, соответственно, для этого я здесь среди вас, и по этой причине я хотел бы вас ознакомить с более легким, с более легкой технологией, которая доступна абсолютно любому чайнику. То есть никто из профессионалов ранее это не мог рассказать своим партнерам, ни один спонсор никогда вас не обучал тому, чему сегодня буду обучать вас я. Я покажу вам, как можно буквально за короткий период времени, буквально за несколько дней построить глобальную организацию в любой сети, в любой программе MLM, сетевой компании, электронной коммерции, чего вы хотите. Да? То есть там, где идет построение структуры, значит, вы здесь находитесь правильно, да, то есть получите правильную информацию и будете пользоваться ей очень долго, пока не получите еще более перспективнее и новее какую-то новую технологию, да. Ну, я думаю, что каждый меня понимает, я иногда бывает говорю что-то непонятные вещи, потому что иногда даже забываю русские слова, так как в Германии нахожусь уже 10 лет и не нахожу иногда подходящие слова для того, чтобы что-то определить нормально. Но я думаю, что в течение нашего с вами знакомства вы ко мне привыкнете и будете понимать меня нормально. Итак, уважаемые друзья, каждый из вас всегда, наверное, когда заходил первый раз в какую-то MLM-компанию, начинал заниматься каким-то сетевым бизнесом, вас спонсоры посылали всегда на бесплатные доски объявления или же просили вас составить какие-то грандиозные списки контактов ваших друзей, родственников, знакомых и так далее. Все это неправильно. Ни в коем случае никогда нельзя приглашать в бизнес никаких друзей, никаких знакомых и тем более никаких родственников. Иначе вся эта орала, толпа, я хочу так даже сказать, орала и толпа сядет на вас, на ваши плечи, возьмет кнутик такой, который потоньше, и будет хлопать вас и подгонять. Ну-ка, Вася, ну-ка, Петя, ну-ка, Света, Тамара, давайте-ка быстренько бегом вперед к финишу. Вот. И вы будете работать как ишачок на эту всю организацию. Это делать ни в коем случае нельзя. Контакты нужно искать через интернет, и очень легко и просто их можно найти. Сегодня я вам покажу, как это делается. Чем дальше от вас находятся люди, тем лучше и потрясающий эффект получается. И, соответственно, этот человек как можно меньше уже начинает к вам обращаться, потому что когда человек, спонсор, живет очень далеко, к нему нельзя прийти в гости, с ним нельзя там пообщаться, не всегда можно пообщаться по телефону. Единственная, какая сейчас у нас есть связь, это замечательная, правда, связь, это Skype, который для каждого сейчас доступен абсолютно бесплатно. Можно посмотреть видео, да, то есть видеопередачу друг друга можно посмотреть. Да, можно поговорить голосом, перепиской и все прочее. Не рекомендую переписываться, рекомендую выходить всегда на голосовые связи и так далее. Это экономит время. По крайней мере, пока у вас 10, 20, 30 или 100 человек, это не так уж сильно заметно. Но когда в вашем скайпе уже будут глобальные организации, там, скажем, начиная от 5000 человек,
и там, не знаю, 5, 10, 20, 30 тысяч человек в скайпе, я не оговорился. Да, действительно, 5, 10 тысяч человек в скайпе или даже 50 тысяч человек в скайпе, это возможно. Я покажу, как это функционирует. Вот, то, конечно же, у вас уже не будет никакого времени для переписки. Вы будете выходить или на голосовую связь, или же уже делать только лишь рассылки по скайп-программе. Как все это функционирует, я в дальнейшем покажу, вы ознакомитесь и увидите, что это просто супер. Итак, где же брать контакты? Контакты вы, конечно же, можете брать, там, скажем, через интернет, в каких-то социальных сетях, потому что каждый сетевик прошел через социальные сети. Что такое социальные сети? Социальные сети – это бесплатные сети, там, где находятся нищие сетевики. Если вы нищий сетевик, пожалуйста, не обижайтесь на такое слово. Если вы нищий сетевик, ни в коем случае никогда не заходите в социальные сети. Вернее, вы можете заходить в социальные сети, чтобы вытаскивать оттуда таких же людей, как и вы, и делать их профессионалами. Профессионалами по той технологии, которую вы сегодня узнаете. Только в этом случае ваша организация будет выстраиваться просто мгновенно, молниеносно, со скоростью света. Итак. Друзья, для того, чтобы стать богатым, надо идти за богатыми. Где найти богатых людей? Богатые люди – это те, которые дают платные объявления. Платные объявления, поймите. Это значит, получается, у этих людей есть деньги. Если у них есть деньги, значит, соответственно, вывод делаем такой. Есть деньги – есть структура. Есть структура – есть деньги. Если человек делает объявление, там, скажем, 30, 50, 100 долларов или, может быть, за 500 долларов выставляет объявление, значит, соответственно, у него уже глобальные доходы. Но, по крайней мере, больше, чем 1000 долларов. Вот. Кто из вас на сегодняшний день зарабатывает 1000 долларов? Я думаю, что вас можно пересчитать просто по пальцам, да? Из 40 человек сейчас, может быть, в зале находится всего только 3-4-5 человек. По крайней мере, это где-то всего лишь несколько процентов. Да? Вот. Как же выйти на глобальные заработки, да, с помощью таких партнеров? Это очень элементарно. Их просто надо искать. Где их искать? Таких богатых сетевиков нужно искать на поисковых системах, таких как Google. Ну, можно, конечно, искать и на Яндексе, и на Майару. Иногда бывает, часто дают платные объявления. Но в основном платные объявления даются на Google. На Google немножко тяжеловато дать бесплатное объявление, выставиться, да, и чтобы тебя там в первых рядах просматривали. Это очень тяжело. Обычно для этого применяют какие-то программы, да, которые автоматически выставляют ваши объявления и все прочее. Но эти программы тоже стоят денег. Есть, конечно, бесплатные, которые не дают никакого практически эффекта. Вы на 2 секунды залетаете на первое место и все, и дальше вы опускаетесь в самый низ. Вот. Но это тоже не выход из положения. Вот. Давать объявления я вам не рекомендую, платить деньги я вам не рекомендую за объявления, а просто заносите в любую поисковую систему, просто пишите Skype по-русски, написали по-русски Skype и написали любое название компании. Допустим, в данном случае написано Skype по-русски и название компании 7day. Да, которая, к несчастью, так скажем, да, сейчас в данный момент закрылась. Очень жалко, хороший проект был. Итак, почему именно по-русски здесь написано Skype, а не Skype, как по-английски, да? Дело в том, что если вы напишете Skype и еще название компании по-английски, то в основном все люди, которые дают объявления, здесь выйдут иностранцы. Поэтому пишите по-русски, и тогда какое-то количество людей будут выставляться здесь, вы будете их находить в основном русские. Да? А теперь давайте посмотрим, для чего написано Skype.
Скайп написано для того, чтобы вам не заходить уже на страницы, не открывать вот так, не кликать по этим ссылкам, не открывать эти страницы, не выискивать там в разделе «Контакты», да, контакты данного человека, а прямо здесь вот копировать, да, вот читайте скайп, да, и имя данного скайпа, то есть вот, пожалуйста, вот этот или вот этот, да, вот тут два скайпа есть, вот, у одного человека. Следующее, опускаемся ниже, если на этой странице нету, допустим, это название этого скайпа, да, логина, то опускаемся ниже или кликаем на ссылочку, заходим в раздел «Контакты» и копируем. Следующее, пожалуйста, вот там скайп, да, вот, и так далее. Опускаемся дальше, вот там скайп, вот, посмотрите, сколько их тут, да, этих скайпов. Вот он скайп, Алекс 2705-69, вот, и так далее. Вот скайпа, да, вот он скайп, название скайпа, вот он скайп. То есть, как мы их собираем? Мы просто кликаем на рабочем столе, кликаем правой мышкой и выбираем текстовый документ. Обратите внимание, это очень легко делается, выбираем текстовый документ. Нажимаем на него, открывается текстовый документ, да, вернее, он у нас сохраняется, выходит на рабочем столе. Копируем название, по которому мы ищем данных партнеров, чтобы потом знать, где мы их собирали, чтобы второй раз не попасть на те же самые контакты. Вот, открываем этот текстовый документ. Ставим рядышком вот так вот, делаем его узеньким, да, пошире, как вам угодно, да, и выставляем, допустим, сюда, извиняюсь, я неправильно это сделал, сейчас я это закрою, название вот этого скайпа мы копируем, прошу прощения, я уже зарапортовался, и обозначаем этот текстовый документ этим именем, вот так вот, да. Обозначили Skype 7 Day. Все, понятно. Теперь открываем этот текстовый документ. Он сейчас у нас пустой. Вот, открыли его. Это мы убираем. Вот. И копируем данные контакта. Вот таким вот способом. Вставляем сюда. Опускаемся. Следующее, да. Вот. Копируем следующего человечка. Вот. Допустим, вот, ну, мы скопировали, поставили. Прошу прощения, да что такое у меня сегодня? Сбиваюсь. Следующего. И вот таким вот способом мы делаем их, выстраиваем вниз, в глубину. Вот, Алекса мы копируем. Можно буквально за несколько часов набрать столько контактов скайпа, сколько вы хотите, да? То есть это без проблем. Найти за один день 1000 скайп-адресов сетевиков. Именно сетевиков. Это не какие-то контакты, которые потом будут вам предъявлять, говорить, что куда ты меня тащишь, кто вы такие, задавать лишний вопрос и все прочее. И потом, если вам будут задавать вопросы данные люди, которых вы собираете скайпы, да, вот, то, естественно, у вас уже будет что сказать. Если они спросят, где вы нашли мой контакт, вы просто пишите. Вы давали объявление по программе 7 Day. Все. Коротко и ясно. Я нашел или я нашла вас в интернете. В интернете вы давали объявление. Не могли бы подробно мне рассказать про ваш бизнес? Для чего это делается? Это делается для того, чтобы не спугнуть данного человека, данный объект, и привлечь этот объект, естественно, к себе поближе и начать развивать собственную организацию, да, то есть приглашать в свой бизнес и так далее. Для того, чтобы у вас в дальнейшем были примерно вот такие вот чеки, чтобы вы начали зарабатывать миллионы долларов или евро своей потрясающей организации. Но чтобы построить такую организацию, есть всего лишь несколько секретов, которые просто некоторых людей шокируют.
Сегодня мы об этих секретах как раз и поговорим. Итак, есть потрясающий инструмент, инструмент для рассылки по скайпу. Я не считаю эту программу как бизнес. Я ее привожу пример всегда как изумительный инструмент, который помогает мне отправлять письма на тысячи, на десятки тысяч, на сотни тысяч контактов скайпа. Это изумительная программа, которая позволяет также еще и искать контакты. Но вот этот изумительный вариант я прошу, пожалуйста, никогда не использовать. Я сейчас покажу, как это функционирует, но, пожалуйста, это никогда делать не надо. Я сейчас расскажу, почему. Пишем, допустим, Петя. Просто обыкновенное имя Петя, да, скопировали, нажали сюда и поставили второго Петю, например, да, и нажимаем на поиск. Нажали на поиск, и, соответственно, сейчас система выдаст тут несколько Петь, может быть 5, может быть 25, может быть 200 Петь, да, с которыми, конечно, можно пообщаться, добавить их к себе в Skype, но будьте уверены, что вот эти все Пети, которые сейчас выйдут, или там Васи, или Светы, Тамары, да, и, естественно, это не потенциальные клиенты. И поэтому я никогда не советую работать вот с такими контактами и чего-то пытаться доказать данным партнерам, что, допустим, Земля круглая, да, а квадрат, а куб, допустим, он квадратной формы, да, вот, то есть это не надо доказывать, вы ничего не докажете, вы только потеряете время и так далее. Можно, конечно, можно здесь указать название компании, допустим, да, вписали название компании, и система вам выдаст скайп-адреса тех людей, которые находятся в данном проекте. Но опять, это какие сетевики будут? Будут ли они вообще большими сетевиками? Принесут они вам потрясающие возможности в вашей организации или нет? Это непонятно. Самый лучший вариант, пожалуйста, я сейчас вам показал, это искать сетевиков непосредственно где-то в поисковой системе и быть 100% уверенным, что этот человек дает объявление, что у этого человека есть уже структура. Поймите, если дает человек объявление, ну как человек может давать объявление, и чтобы у него ни одного человека не было в структуре, это просто невозможно. Но если этот человек дает объявление, естественно, к нему идут, и у него делают регистрации. И если у него делают регистрации, значит, как минимум 10-15% всего структуры идет за ним, в его организацию. Так вот, я сейчас вам привожу пример. Вы пригласили, допустим, собрали контакты там на сетевики .biz, допустим, или база MLM. Вы там открываете и смотрите, и можно копировать контакты Skype, делать глобальные списки и все прочее. Поверьте, любого, которого вы пригласите с таких вот программ, будет говорить вам: уважаемая Таня, Света, Тамара, извините, но если вы рассмотрите мое предложение и сделаете регистрацию в моем проекте, только после этого я сделаю регистрацию в вашем проекте. Это нищие сетевики, которые будут топить вас. Они никогда не зайдут в ваш проект и никогда не будут продвигать вашу технологию и ничего, потому что у них на этот момент еще нету денег. И когда они появятся, неизвестно, потому что информацию они гоняют как воздух среди той толпы, которая находится в социальных сетях. Для того, чтобы быть богатым, надо находиться среди богатых. Надо искать информацию, распространять информацию среди богатых. Только в этом случае вы можете стать миллионером или хотя бы богатым человеком в течение какого-то времени. Вот. Выйти из нищеты, погасить все свои кредиты и тому подобное. Итак,
Давайте продолжим. Значит, этот Петя у нас не будет появляться, окей? Никогда не пользуйтесь поиском по этой программе. Следующее. Как же все-таки... Давайте сейчас я ее закрою и обратно по новой откроем. Вот. Следующее. Как же все-таки добавлять те контакты, которые мы собрали? Обратите внимание. Сейчас мы берем, ну, скажем, 100 контактов. Вот здесь вот у меня приз находится, да? Я его иногда даю, делаю подарок своим партнерам, да? Здесь 100 контактов. Как же его сюда добавить? Вот, добавить очень легко и просто. Мы нажимаем на верхнюю кнопочку, вот, и пишем, просто пишем, приз, да, вот одну букву поставил П, он у меня уже выскочил. Нажимаем сюда, нажимаем на Open. Все, все контакты забегают в эту программу. 100 контактов забежало. Теперь открываем Skype. Очень легко и просто открываем Skype. Выбираем, допустим, не группированные. Так, пока определю сюда этих людей, чтобы они мне тут не мешались. Возможно, кто-то сейчас из этих людей зайдет. Ну, как правило, обычно они уже есть у меня в списках и в скайпе. Ну, давайте посмотрим, может кто-нибудь сейчас зайдет. Нажимаем на кнопку ADD, и все контакты быстренько заходят в группу негруппированную. Вернее, не группу, а в раздел негруппированные. И им автоматически уходит сообщение, чтобы они добавили вас в контакты. Ну, как правило, я обычно также отсылаю им сразу предложение, приветствие, да, допустим, там, так. Окей, сейчас я не буду это делать, искать. Так, или вот она, допустим, например, вот это. Вот. Вы можете сочинить свое какое-нибудь приветствие. Вот. Но ни в коем случае ни о каком бизнесе, чтобы речь у вас не шла, иначе вас могут посчитать за спамера. Я обычно такое вот легенькое приветствие делаю, да. Напишу онлайн-школа, скоростной метод построения структуры в любой компании. Я приглашаю вас на бесплатное обучение. Все, о бизнесе вообще ни слова, да, то есть я не приглашаю в бизнес, я даю человеку возможность ознакомиться с моей технологией. И все, вместо того, что там будет написано, как обычно, там, да, прошу добавить меня в список своих контактов, да, или как там пишут, не помню. Вот, у меня будет высвечиваться вот это вот предложение. Ни в коем случае тут не надо писать о том, что у меня потрясающий бизнес, не хотели бы ознакомиться с моим бизнесом и все прочее. Нельзя, вас никогда никто не добавит. Вот, надо писать наоборот. Не могли бы вы мне рассказать о своей бизнес-программе? Скажите, что у вас за бизнес, какое направление бизнеса? То есть вопросы такие поставить можете. Только в этом случае тогда человек охотно выходит с вами на контакт и добавляет вас к себе в Skype. После этого постарайтесь спокойно выслушать человека, спокойно дать ему возможность, чтобы он отправил вам всю информацию о своей компании. А дальше выбор уже за вами. Вы можете рассматривать эту информацию, можете не рассматривать, но определите данного человека в новую группу у себя в Скайпе. То есть вы выбираете какую-нибудь Skype, какой-нибудь раздел, например, там новые контакты, да, и запихиваете их, допустим, в новые контакты. Или новые контакты 2, или новые контакты 3 и так далее. Для того, чтобы им потом отправить сообщение, когда они уже будут готовы. Выдерживайте паузу обязательно. Если вы получили от них сообщение, вы должны его, по идее, рассмотреть. И если человек получает от вас мгновенное сообщение в отместку, то будьте уверены, что это уже считается спамом. Потому что ни один бизнес нельзя рассмотреть мгновенно.
вы получаете письма, многие сейчас смеются, да, улыбаются, да, действительно это так, на самом деле, вы получаете письма, и тут же, мгновенно, в ответ на зло этому человеку, ах, на, получи, копирует и быстренько отправляет свое, эффект не будет, потому что получается автоматическая, как сказать, реакция у человека, он вас или блокирует, или выкидывает, или просто удаляет, или жалуется на вас на спам. Не делайте таких глупостей, вы взрослые люди. Не делайте. Дайте хотя бы паузу. Занесите этого человека в какой-то раздел. И так вот буквально дайте возможность каждому человеку отправить вам информацию. Когда в этом разделе накопилось у вас там 50, 60 или 100 человек, вы открываете данную группу, например, да, закидываете ее сюда, в эту программу, как, допустим, это делается. Давайте я сейчас вам покажу, сразу, чтобы долго не ходить вокруг да около, да, вот. Ну, допустим, ну, кредиторов я вам показывать не буду, чтобы никто не знал, кто у меня кредит брал. Давайте возьмем вот эту вот группу Mesak Magic, да, многие этих людей знают, как это делается. Ладно, сейчас не будем пока добавлять эту группу, это более важно. Итак, как это делается? Нажимаем на эту кнопочку, вот, и выбираем Mesak Magic, где она? Вот она группа у нас. Отмечаем, нажимаем на ОК, все, вот они 43 контакта, они здесь появились. Понятно, да? Вот. И отправляем им данную информацию. Любое сообщение, которое вы тут вот вставляете, да, отмечаете все эти птички вот так вот, да, можете вручную отметить, или можете нажать одним кликом. Все люди у вас уже отмечены. И далее нажимаете на кнопочку «Отправить», тут нажимаете «Send Manager», и письмо автоматически уходит. Теперь, это все понятно. Многие люди говорят, опять же, как же все-таки работать с контактами. Вот у вас там, скажем, вот на данный момент, сколько у меня тут? Сегодня у меня 6836 контактов в Skype. Сюда я могу запихать сейчас еще и 50 тысяч контактов. И у меня будет Skype работать потрясающе, спокойно, в нормальном режиме. Не так, как у вас. У многих людей бывает, что Skype открывается, так, извините, сейчас, секунду. Так, спасибо большое, извиняюсь. Итак, то есть, на чем я остановился, я сбился, извиняюсь. Фу, так. Итак, то есть это происходит очень легко и просто, когда, допустим, вы заносите новые контакты в Skype. Давайте рассмотрим сейчас то предложение, которое я вам давал, где она, приз, да, вот эту группу мы сейчас занесем. Так, сейчас, секундочку. Окей, это мы сейчас уберем, чтобы нас не мешало, по новой откроем. Прошу прощения, меня сбил телефонный звонок. Так, заносим данную группу. Высвечивается у нас приз. Нажимаем открыть. Контакты зашли. Так. Контакты зашли. Что происходит далее? Открываем Skype. Открываем негруппированный раздел. Отмечаем все эти контактики. Нажимаем на ADD контакт. Предварительно здесь мы могли бы написать какой-то текст. И вы видите сейчас, да, вот те контакты, которые сейчас не находятся у меня, или те контакты, с которыми я когда-то работал на другом скайпе, они сейчас уходят. Автоматически им уходит также предложение
добавить меня в Skype, и они рассматривают его, естественно. Я также могу здесь поставить текст, который мы копировали ранее, да, вот, пожалуйста, вставляем сюда, и вот те, которые сейчас пошли, им уже уходит сейчас текст. Если мы этот текст сейчас уберем, следующий уже получать его не буду. Вот, понятно, да? Вот таким способом добавляются контакты в Skype, и, соответственно, они уже рассматривают, добавить вас к себе или не добавить. Очень легко и просто. Теперь мы сейчас останавливаем эту систему опять, вот, для того, чтобы не тянуть время. Вот, как делается удаление контактов? Это очень важно. То есть в нижнем левом углу у вас есть кнопочка Ctra, или она называется там еще на англоязычных клавиатурах STRG. Самая кнопочка в самом углу STRG. Для того, чтобы выделить все контакты и удалить одним кликом, вы просто делаете первого человечка синеньким, вот, нажимаете одним пальчиком на эту кнопочку, на контру, я думаю, каждый из вас ее знает, и вторым пальчиком на букву А. Обратите внимание, все контакты сейчас, вы видите, они стали синенькими, да? Вот, ну, вот, вы видите, уже человек Денис какой-то добавил, уже у него значок серенький появился, возможно, еще кто-то добавил, вот. Ну, я сейчас не буду, допустим, вытаскивать, кто сейчас добавил, а покажу, как это удаляется. Нажимаем на этом синем экране правой мышкой и выбираем группу «Удалить контакты», «Удалить из списка контактов». Таким вот образом у нас вышло 48 контактов, я удаляю одним кликом. Кто-то мучается из вас, удаляет по одному контакту, по два, часами сидит, это очень трудно, это очень сложно. Вот вам, пожалуйста, нет проблем удалить эти контакты. Теперь, самое интересное то, что я рассказываю, я сегодня закидываю, допустим, 100 контактов или там 1000 контактов в раздел «Активные», сегодня с ними поработал, недельку с ними поработал, через недельку у меня в группе «Активные» уже находятся другие, допустим, контакты. Как я это делаю? Давайте я вам сейчас покажу тоже на маленьком объеме контактов. Ну, допустим, вот эта группа. 41 контакт сейчас здесь находится. Как это делается? Мы выбираем, вернее, мы открываем сейчас программу Mesoc Magic. Для чего вообще эта программа нужна? Пожалуйста, я хотел бы, чтобы вы поняли. Не для поиска контактов именно, да, а для работы со своим скайпом. Итак, группа, раздел 500. Что мы делаем? Мы сначала открываем, находим эту группу, закидываем их всех в эту программу Mesoc Magic, отмечаем их и сохраняем. Сохраняем эту группу. Пишем. Так. Написали 500, чтобы понятно было, да? Группа называется 500 и тут 500. Все, сохраняем. Сохранили эти контакты. Где она? Вот она у нас, эта группа стоит, видите, появилась, да? Вот. Далее, теперь я на центр ставлю, чтобы вам было всем видно. Сейчас, секундочку. Вот. Группа 500 у нас здесь уже присутствует. Что мы делаем? Мы удаляем эту группу таким же способом. Нажимаем одним пальцем на контру и вторым пальчиком на букву А. Мы их выделили. И у нас есть две функции. Удалить из группы 500 или удалить из списка контактов. Как вы думаете, если я удалю из списка контактов все этих партнеров, которые сейчас у меня зелененьким светом горят, я смогу их восстановить? Давайте попробуем. Я удаляю их полностью из списка контактов и вообще со своего скайпа. Удалил. Группа у меня, видите, пустая.
Их нету даже у меня в разделе не группированные. Видно, да? Их нету. И сейчас у меня уже стало 6797 контактов. Видите, да? Я никого не обманываю. Что мы делаем дальше? Мы открываем Mesac Magic. Здесь для того, чтобы убедиться в том, что здесь нету контактов, я закрываю, открываю по новой Mesac Magic. Многие не верят и не понимают, как это все происходит. Это очень легко. Так, открыли Mesac Magic. Теперь вытаскиваем с рабочего стола эту группу 500. Где она у нас есть? Вот она. Но у нее уже файл идет 500.csv. Открываем его. Вся эта группа забегает сюда. Мы отмечаем этих людей. И нажимаем на кнопочку ADD контакт. Смотрите, что происходит в разделе не группированные. То есть люди начинают забегать. И все люди, обратите внимание, у них зелененькие значки, то есть все добавлены. Да? Вот. Потрясающий эффект. Это говорит о том, что сегодня вы с 1000 контактов можете поработать. И для того, чтобы они не находились, не мешались у вас в скайпе, вы можете их просто удалить, предварительно сохранив их у себя на компьютере. И потом, когда придет время, или у вас появился какой-то новый проект, и уже обратно их затащить себе в Skype и сделать непосредственно рассылочку. Вот таким вот способом вы можете отправлять сообщения даже на миллион контактов, занося и удаляя потихонечку вот такими небольшими группами. Скажем, там по 1000 человек или хотя бы по 500 человек группы. Группируйте и работайте с группами, не со всеми контактами. Потому что, представьте себе, если у меня 500 000 скайп-контактов, я просто не в состоянии работать со всей организацией, вот, и отправлять информацию. Что будет, если я 500 000 контактов отправлю информацию и скажу: ребята, сегодня конференция, зайдите в конференц-зал. Или что будет, если они мне в ответ скажут окей, напишут. Что произойдет? Да у меня скайп просто взорвется. У меня не будет возможности просто открыть каждое сообщение и так далее. Я думаю, что каждый из вас это понимает. Ни в коем случае нельзя таким образом работать. Самый оптимальный вариант — это иметь для начала, для начинающих, советую иметь не более 5000 контактов. Когда вы научитесь работать с контактами, вы можете иметь уже и 10, и 15 тысяч, и 20 тысяч контактов у себя на скайпе. Но отправлять информацию нужно непосредственно по группам. Выискивать группы, выискивать людей, у кого, допустим, более 1000 контактов. Вот смотрите, у этого человека 2121 контакт. Следующий человек. У этого 1131 контакт. Они у меня находятся в отдельной группе. Видите, 939, то есть почти 1000. 1050 и так далее. У этого тоже человека очень много контактов. 1015. У этого тоже много. Здесь тоже 1297 и так далее. У кого, допустим, 500 контактов и более, до 1000, я, допустим, заношу в эту группу. Вы сейчас их видите вот здесь, вот, которые они находятся в программе Mesac Magic. Итак, давайте посмотрим, как же их обратно перетащить в этот раздел. Тоже делаем элементарно. Отмечаем их синенькой полосочкой, выискиваем эту группу, где же она тут у нас спряталась, где ты, вот она группа у нас, видите, тут нету ни одного контакта. Теперь нажимаем одним пальчиком на контру, а вторым пальчиком на букву А. И теперь мышкой вот здесь на синем фоне
мы кликаем мышкой, левой мышкой, и перетаскиваем, видите, 41 контакт, я могу вот так вот делать, видите, да, он у меня прицепился, и все. И я как только отпускаю, навел на 500 и отпускаю его, отпустил. Все, все контакты теперь оказались у меня в данной группе. Обратите внимание, вот они все здесь находятся. А группа не группированные, у меня 0. Понятно. Вот таким вот образом они восстанавливаются. Все очень легко и просто. Так, хорошо. Думаю, что с этим все понятно. Теперь у меня здесь опять 6838 контактов. Все это понятно. Следующее, что мне бы хотелось вам рассказать, уважаемые друзья, как все-таки делать глобальные организации, не то, что мы будем искать, или вернее, вы будете искать там по 1000 контактов в сети интернет с помощью моей технологии, напоминаю, какой, то есть, скажем, на гугле в поисковой системе вы можете указать, впереди написать Skype и любое название компании. Вот, и потом нажать на поиск, и, соответственно, потом уже копировать скайп-адреса, вот видите, скупы, да, а вот сам адрес скайпа, и так далее. Вот, или вот он, да, копировать и делать себе списочек этих скайп-контактов. Это все понятно. Что же происходит дальше? Например, вы собрали 1000 контактов, у вас есть какая-то потрясающая компания, потрясающий проект, который, ну, скажем, приносит вам какие-то доходы. Может быть, сначала минимальные доходы, там какие-то маленькие деньги. Но почему? Потому что у вас нету организации. Вы добавляете эти контакты себе в Skype, и когда они вас активируют, и когда они вам пришлют свою информацию, вы создадите новую группу тех, от которых вы получили уже информацию о своих проектах. И нажимаете на кнопочку «Отправить им информацию». Им ваша информация уходит. Что же вы должны написать в данной информации? Уважаемый партнер, я рассмотрел ваше бизнес-предложение. Потрясающе, мне очень нравится. Ваше предложение очень заманчивое. Но у меня есть к вам также потрясающий вариант, и если вы его рассмотрите, то я вам подарю сразу 1000 контактов сетевиков, которые помогут вам продвинуть вашу бизнес-программу. Никогда не пишите о своем бизнесе. Пишите, я подарю вам 1000 контактов сетевиков, и они вам помогут продвинуть ваш бизнес. Как вы думаете, после таких слов люди будут рассматривать ваше бизнес-предложение? Я думаю, что они очень даже будут заинтересованы рассмотреть ваше бизнес-предложение. Почему? Опять же, давайте сейчас я вам докажу, что это так. Открываем любого человека, вот, допустим, активные. Давайте возьмем активные. Смотрим, сколько у человека контактов. 158. У этого не видно пока. 13 контактов. У этого 177. У этого 223. У этого 240. У следующего не видно. У следующего 17. У следующего 38. И так далее, уважаемые друзья. Скажите, где... какой партнер может сразу и вам отказать и сказать, не надо мне эти сетевики, у меня бизнес хорошо, потрясающе идет и так далее. Если вы ему предложите 1000 контактов, просто так, да, если, допустим, человек отказывается от моего бизнес-предложения, то я все равно ему делаю подарок, да, просто вот этот приз, я просто отсылаю тем людям, которые отказались от моего бизнеса. Почему, вы немножко узнаете позже. Итак, что получается? Вы отправляете тем людям, которые вы добавили себе в Skype, отправляете информацию.
Вы рассматриваете мой бизнес, я делаю вам подарок в 1000 сетевиков. Из 1000 сетевиков, которые вы добавили себе в Skype, какой-то процент согласится рассмотреть вашу информацию. Ну, скажем, давайте возьмем даже 1% из 1000, хотя я вам говорю, будет намного больше. 1% из 1000 – это 10 человек. И вот, теперь у вас уже в вашей организации 10 человек, которые заинтересованы находиться в вашей команде, рассмотреть ваши предложения, сделать регистрацию и идти за вами в огонь и в воду. Потому что у него было всего 10 контактов или там 150 контактов, которые он искал в течение там нескольких лет или там нескольких месяцев. Вот. И, соответственно, уже задолбал всех своих сетевиков, которые находятся у него в контактах, всеми своими бизнес-предложениями. Конечно, данному человеку будет интересно иметь еще 1000 сетевиков и попытаться этой группе отправить свое бизнес-предложение. Понимаете, какой эффект? Люди пойдут за вами, с удовольствием пойдут за вами. И здесь получается цепная реакция. Вы обучаете этих 10 человек, которые пришли за вами, сделать то же самое. На субботу-воскресенье выгнать этих людей в интернет и сказать: ну-ка, Света, Петя, Тамара, давайте-ка за субботу-воскресенье пособираем контакты. Каждый человек делает по 1000 контактов. Что происходит? Каждый человек собрал по 1000 контактов и скинули эти контакты в общую базу. Общая база должна быть доступна для всей группы и абсолютно бесплатно для каждого человека, который вкладывает свой труд в поиск контакта. Следующее. 10 человек нашли по 1000 контактов. Как правило, у вас не будет 10 тысяч контактов, а как правило, у вас будет 7-8 тысяч контактов всего лишь, только те, которые не повторяются. У вас 10 человек, и у каждого из вас будет 8 тысяч контактов. Дальше. Что следует дальше? Дальше следует цепная реакция. Вы можете использовать эту группу 8 тысяч контактов и отправить опять такое же сообщение. Уважаемый друг, у меня для вас будет потрясающая возможность развить вашу бизнес-структуру с помощью моего подарка. Я могу подарить вам 1000 контактов сетевиков именно для развития вашего бизнеса, если вы рассмотрите мое бизнес-предложение. Все, отправляете короткое письмо на 8000 контактов и тут же берем 1%, пожалуйста, 80 человек уже в вашей первой линии. Опять 80 человек. Этим 80 человеком говорите то же самое, получается еще больше потрясающий эффект. И это до бесконечности. Буквально за несколько дней, за 15-30 дней ваша организация выстраивается в десятки тысяч человек. Спокойно можно построить организацию 20 тысяч человек буквально за один месяц, что требует людям, буквально старым сетевикам, которые находятся в бизнесе 10-15 лет, они выстраивают такие организации за весь период данного времени, который я сейчас обозначил. Можете себе представить, сколько времени люди тратят на поиск сетевиков и на построение команды. Конечно же, 15 лет сравнить, допустим, с 15 днями или с одним месяцем работы – это просто шок. Люди говорят, такого не может быть, потому что не может быть никогда, до тех пор, пока не послушают данную школу, не примут мою технологию во внимание, не начнут сами самостоятельно действовать. Вот. Только после этого у них глаза начинают сиять, светиться, и, соответственно, их бизнес-программы начинают процветать. И это, уважаемые друзья, еще не все. Давайте еще один вариант рассмотрим. Я вам рассказал про подарок. Приз. Вот этот приз, допустим, да, это личные партнеры.
личные партнеры у вас должны быть идти как приз. Почему? Обратите внимание, когда люди отказываются от вашего бизнеса, но и если у данного человека всего 13 контактов, но он говорит, мне ваш бизнес нафиг не нужен, да, вы просто говорите, хорошо, не заходите в мой бизнес, я просто отправлю вам контакты, вы можете добавить эти контакты себе, мне жалко вас, добавьте эти контакты себе, и эти люди, возможно, помогут вам развить вашу бизнес-структуру. Что получается, если вы отправляете данному человеку приз, но это ваши личные партнеры, которые находятся в первой линии в данном каком-то проекте, и они начинают делать рекламу так же, как делаете вы, то данный человек, вот, допустим, вот этот человек, если раньше получал письма только от вас, то будет получать еще от 100 человек. Можете себе представить, какой потрясающий эффект? Или этого человека схватит контрашка, схватит инфаркт, что, конечно, нехорошо, до такого дела, я думаю, не дойдет. Или же все-таки человек поймет своими мозгами, что потрясающий проект, потому что сотни людей рассматривают это предложение, сотни людей делают рекламу именно по вашему проекту, и, соответственно, рано или поздно, хочет он или не хочет, он кликнет на вашу ссылку и откроет ее. Но вам-то уже разницы нету, под кем из этих контактов он сделает регистрацию, потому что все эти люди находятся в вашей организации. Какая вам разница, под кого этот человек пойдет? У вас есть уже глобальная организация. Все равно этот человек уже находится в вашей структуре. И будет находиться в вашей структуре. Вот как происходит рекрутинг. Отказался человек, он все равно будет в вашей структуре, если вы подарите ему просто безвозмездно контакты. Не надо жалеть никогда свои контакты сетевиков. Многие зажимают и говорят, ой, извини, вот у меня украли контакты, что я теперь буду делать? Теперь моими контактами будут люди пользоваться, развивать свои бизнес-структуры. Что делать? А я просто говорю, они же у тебя остались. Так что же ты переживаешь? Ну пускай тот, кто украл твои контакты, они же задолбят его твоей же рекламой. И он в любом случае, тот, кто украл, появится у тебя в команде. Надо быть оптимистом, уважаемые друзья. И если вы будете оптимистами, то у вас будет всегда все хорошо получаться. Сейчас я хотел бы предоставить каждому слово и потихонечку будем закругляться. В процессе я буду добавлять, может быть, еще что-то рассказывать. Вот. Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с вопросов и ответов. У кого есть какие-то вопросики, пожалуйста, нажмите один раз на ладошку. Я буду предоставлять вам микрофон и с удовольствием отвечать на все ваши вопросы. Я желаю вам потрясающих результатов в ваших программах, вот, иметь глобальные чеки, например, такие, как, которые вы сейчас видите на экране. Это просто феноменально будет для каждого чайника, который находится сейчас здесь, в этой конференц-комнате. Как я построил свою организацию, я знаю, каждый из вас уже знает. У меня очень глобальная организация. Порядком где-то почти около 18 миллионов человек, почти в 500 проектах, тех, которые на сегодняшний день мне платят. Теперь, обратите внимание, я хотел вам сказать и немножко упустил еще один вариантик, как же все-таки не притрагиваться к сетевикам и построить глобальные организации, как иметь 1000 проектов и не дотрагиваться до них, чтобы они приносили вам деньги. Как иметь не только 1000 проектов, а и больше, 5000, 10000 проектов и так далее. Это все под силу каждому человеку. Если есть желание, то вы будете иметь столько проектов. И до них просто не нужно дотрагиваться. Что такое не нужно дотрагиваться?
Если у вас появляется список контактов, допустим, общая база контактов, то вы должны знать, что каждую минуту сейчас выходит порядком где-то до 180 компаний в минуту. Превратите эту минуту в часы, часы в месяца, в года, и, соответственно, у вас получится глобальное число, которое поразит вас. Это будет говорить о том, что через 2 года на каждого жителя планеты будет приходиться порядком где-то по 2-3 компании. Будьте впереди тех людей, которые сейчас толпами идут в новые проекты, не думая о том, что они теряют, даже не думая о том, что нужны новые контакты. Они не собирают новые контакты, думают только, как бы побыстрее занять тепленькое место в новом проекте. Об этом забывать нельзя. Контакты, они всегда всю жизнь остаются контактами. Без контактов вы никогда ничего не продвинете, никогда ничего не сделаете. Хоть вступите в 1 000 000 проектов. Итак, уважаемые друзья, если у вас будет 1 000 000 контактов, то вы одним нажатием клика спокойненько с помощью программы Mesoc Magic потихонечку будете отправлять информацию о своем новом проекте. О каком новом проекте вы говорите, Сергей Эльфенбайм? Например, меня спрашивают. Я говорю, уважаемый друг, во-первых, для того, чтобы развить вашу организацию именно в вашем проекте, потребуются некоторые усилия. Для того, чтобы развить новый какой-то проект, усилий вообще не нужно никаких, потому что люди просто прут в новые проекты и даже без остановки, не оглядываясь назад. Вам остается только связаться с президентом компании, рассмотреть данное предложение, вот, посмотреть, чтобы ни в коем случае там не было ни одного русского человека, вот, посмотреть статистику компании, когда она зарегистрирована, где она зарегистрирована, дать информацию, отправить информацию эту по скайпу, скажем, на 1 000 000 контактов, и будьте уверены, что 10% пойдет сразу в вашу первую линию. И на этом остановиться, не преградоваться, ни в коем случае не притрагиваться. Если будете получать письма, игнорируйте. И из этой 100 тысяч человек в вашей первой линии, будьте уверены, найдутся очень большие крупные сетевики, которые подхватят эту информацию, будут стоять на трибунах, будут бить кулаком и говорить на весь мир, что они самые крутые. Они будут говорить, что круче их нету, что у них самые большие чеки. На самом деле самые большие чеки будут находиться у вас в банке. Потому что вы не притронулись к этой информации, вы только дали эту информацию людям. Эти же люди будут подхватывать вашу информацию и нести ее по всему нашему земному шарику. Вот таким вот способом вы становитесь единственным лидером во всем мире и переходите на следующий проект. Таким способом вы можете просто взрывать проекты одним нажатием кнопки «Сегодня один», через неделю другой, через неделю третий. Почему говорю через неделю? Потому что на 1 000 000 контактов вы не сможете сразу через программу Mesoc Magic отправить информацию. Mesoc Magic работает, к сожалению, не так быстро. Вот, скорость у него не такая сильная, поэтому потребуется, как говорится, по крайней мере неделя, чтобы отправить на 1 000 000 контактов. Но в любом случае, если у вас будет в первой линии 100 тысяч человек, за неделю ваш заработок вырастает минимум в 100 тысяч долларов, ну и соответственно по маркетинг-плану. Может быть, буквально за одну неделю вы выходите на заработок 500 000 долларов или 1,5 миллиона долларов. Я думаю, что эти цифры, может быть, вы не готовы слышать, но факт остается фактом. Хотите проверить? Проверьте. Все в ваших руках. Я даю вам информацию, я даю вам технологию, по которой я сам прошел. Я готовил эту технологию в течение 2 лет. Я никому не давал эту технологию вообще. Я был буржуем. Честно говорю, буржуем. И никому не давал эту технологию. Работал сам самостоятельно. Но сейчас, естественно,
Мне хотелось бы поделиться с каждым из вас этой информацией. Хочу, чтобы каждый из вас получил эту информацию бесплатно. Почему? Потому что я лично хочу изменить полностью сетевой маркетинг. И хочу, чтобы каждый из вас зарабатывал не гроши, а миллионы долларов. Пожалуйста, те, кто воспринял эту информацию серьезно, могут действовать не оглядываясь. Выполняйте то, что я вам говорю, и у вас все будет получаться нормально. Теперь, уважаемые друзья, переходим к вопросам и ответам. Итак, Александр Агарков, пожалуйста, Александр, вам микрофон, мы вас слушаем. Добрый вечер, Сергей. Я в вашей школе первый раз. Меня интересует, у вас есть видео записи вашей конференции? Где их можно скачать? Да, то есть то, что вы сейчас видите, да, можно найти на сайте вот найти сетевиков. Я здесь выкладываю школы, то есть скачать видео поиск сетевиков, можно в этом разделе. Вот, опуститесь ниже. Здесь все школы, которые я провожу. Ну, те, где написано «рекомендую», то я рекомендую, да? Остальные можете не просматривать. Вот, может быть, с каким-то дефектом и все прочее, да? Я просто выставляю все школы, я их не обрабатываю. Что сказано, то сказано. Я ничего не вырезаю, как есть, так есть. Большое спасибо тебе. Okay. Очень интересно, это основательно. Окей, спасибо вам также. Альбертос Клея, пожалуйста. Слышно меня или нет? Да, Альберт, говорите, пожалуйста. Сережа, прервался, то есть на звонок ушел. Ты хотел сказать, как сделать так, чтобы не затормаживался скайп. То есть как почистить скайп, чтобы он работал побыстрее, чтобы не загружался, ну, утром, допустим, долго. Угу. Я, насколько понял, ты эту информацию хотел сказать. Может быть, да. Окей. Ну, вообще, Альберт, я сам убираю ладошки. Вот. Ладно, окей. Сейчас я отключил вас. Давайте посмотрим скайп. Очень легко и просто. Я вообще рекомендую скайп только 3.8. Давайте начнем с этого. Почему? Потому что версия 3.8, она очень мощная. Сюда вы можете добавить хоть 100 тысяч контактов, и она у вас будет работать нормально. Если у вас версия 4, то она больше 5 тысяч контактов не выдерживает. Версия 4.2, допустимо, где-то до 3.5, до 4 тысяч контактов, и она начинает глючить уже. Версия 4.8, например, да, ну, допускает где-то до 2.5, до 2 тысяч контактов. Версия 5, она блокирует вас, сразу блокирует ваш скайп, если у вас 1000 контактов. Так выбирайте, пожалуйста, вам нужен какой-то эксклюзив, да, то есть напичканный всякими новыми вариантами какими-то, красивый скайп и все прочее. Или вам нужен скайп для работы, где у вас будут десятки и сотни тысяч контактов. Пожалуйста, выбирайте. На сегодняшний день версия 3.8 самая лучшая, самая мощная версия. Чем старее, как говорится, да, тем лучше. Итак, как же все-таки настроить Skype? Мы заходим в раздел «Инструменты», в раздел «Настройки», и обязательно давайте сейчас пройдем все. Позвонить, первая точка. Убирайте всегда отсюда позвонить, потому что, когда вы пытаетесь открыть, у вас получается не открывается чат, а получается звонок. Это мешает людям. Ставьте всегда точку «Начать чат». Следующее. Запустить Windows, запустить Skype при запуске Windows. Уберите вот эту галочку. Никогда этого не делайте. Иначе, если ваш Skype тормозит и запускается очень долго, то может полететь ваш Windows. Это обязательно учтите. Это грубейшая ошибка. Программа Skype должна включаться вручную. Никогда здесь галочку не ставьте. Следующее.
Переходим дальше. Что у нас тут самое интересное? Сейчас еще посмотрим по ходу дела. Так. Итак, вот, у кого угодно, так только у людей, так это вы, конечно, уже сами как хотите. Я рекомендую всегда, у всех вот стоит, сохранять вот всегда, да, вот так, да, информацию сохранять всегда историю чата. Я рекомендую всегда всем людям, как самое большое ставить 2 недели. Или же, у кого уже находится, скажем, 5-10 тысяч контактов, просто поставить не сохранять историю. Чем меньше информации будет в вашем скайпе скапливаться, тем больше на ваш скайп будет возможность прикрепить новые контакты, то есть добавить новые контакты, отправлять через программу MessageMagick, да, и тем быстрее ваш скайп будет открываться. Для того, чтобы он хорошо открывался, надо хотя бы раз в месяц нажимать «Стереть чат информацию», «Стереть чат историю». Убирайте эту историю к чертовой бабушке. У вас открыт из вашей скайпа уже, не знаю, там по несколько месяцев, по несколько лет. Можете себе представить, сколько помойка какая у вас уже в вашем скайпе. Конечно, ваши скайпы не будут открываться, будут блокировать. Будут гореть ваши Windows, потому что у вас включены, они автоматически подключаются, вернее, открываются вместе с включением вашего компьютера, что делать категорически запрещено. Вот, пожалуйста, стирайте историю, и вы увидите, какой эффект получается. Буквально через несколько дней ваш скайп начнет сразу лучше открываться. Следующее. Что у нас дальше? Вам нужно, птичка, заходить в сеть? Не надо. Начинать со мной чат? Можете оставить. Посылать мне файл? Можете оставить. День рождения? Извините меня за выражение, какого черта вам нужны эти цветочки, ромашки, кулачки, там, бомбочки, пиво и все прочее. Не надо этим пользоваться. С маленькими, что, детский сад, что ли? И вот тем более вот эти дни рождения. Можете себе представить, если у меня 500 000 контактов, и я включу это туда, сколько мне прилетать будет за один день. Это сумасшедший дом будет. Также и вас это ждет, поэтому с самого начала игнорируйте это. Следующее. Запрашивать мои контактные данные. Это нужно оставить. Следующее. Оставлять мне сообщения на автоответчике. Вообще забудьте, что это такое автоответчик. Потому что вы будете путаться, вы не будете успевать. Тот человек, который хочет с вами связаться, он рано или поздно с вами свяжется. И тем более, когда вы добавляете человека, и человеку даете какую-то информацию, если что-то он не понимает, и запомните, это психология. Чем дольше вы не отвечаете данному человеку, честно говоря, я так не делаю, да, потому что у меня просто так получается, что я долго не могу ответить, но по психологии, если вы не отвечаете человеку, допустим, в течение 2 часов, то у этого человека, который отправил вам вопрос какой-то, он уже без вас находит выход. Он начинает работать собственными мозгами. И у него получается потрясающий эффект. Он начинает самообучаться. А это самое главное в сетевом маркетинге. Поэтому делайте небольшую паузу, когда вам кто-то звонит. Никогда не отвечайте там сразу, да, если вы с этим человеком недавно только познакомились и так далее. Вот, это научит его, понимаете, это научит его работе. Он начнет думать собственными мозгами, а не вашими. Иначе он будет делать только все то, что делаете вы. То есть скопировать вас, это тоже не надо. Нельзя полностью копировать своего вышестоящего спонсора. И так далее. Следующее. Показать извещение на панели Windows. Зачем вам это надо? Не надо. Следующее. Извещение и сообщение. Уберите вот эти все галочки, которые у вас тут стоят. Если вы не хотите рекламу, которая идет вам постоянно на ваш скайп. Следующее. Очень интересный вариант. У всех стоит вот тут птичка.
автоматически повторный набор занятых номеров каждые 60 секунд. Я рекомендую всем убрать эту птичку. Почему? Вот вы поговорили сейчас, допустим, с человеком, звоните к другому человеку, он недоступный, у него там занято или еще что-то, да, и оставили. И начали заниматься сексом, например, с собственной женой или с собственным мужем, и компьютер у вас включенный. У вас автоматически там через 60 секунд человек включается и втихушку слушает всем, все, что, и что вы делаете. Зачем вам нужно это подслушивающее устройство? Уберите эту птичку отсюда вообще. Поехали дальше. Так, следующее, настройка видео, ну, я думаю, каждый с этим разберется самостоятельно. Следующее, чаты, смс, я думаю, что никому вот эта птичка тоже здесь не нужна. Какого черта каждый человек пытается показать, когда он отсылает информацию? Понимаете, человек видит, когда вы думаете. Если вы пишете, потом прерываетесь, потом опять пишете, значит вы думаете, вы не знаете, как ответить на данный вопрос. Если вас затрудняет данный вопрос, то, соответственно, у человека на другом конце компьютера возникают сразу в голове мысли, ага, значит он некомпетентный, он не может сразу ответить молниеносно вам на ваш вопрос. Будьте психологами, пожалуйста, или убирайте вот эту к чертовой бабушке птичку. Чтобы человек не видел, когда вы пишете это письмо. Следующее. Что у нас есть еще? Так, дополнительно. Для того, чтобы вам никогда не шли перезагрузки вашего, допустим, скайпа 3.8. Да, у всех вот тут вот стоят вот птички, да, вот тут вот, да. Зачем они вам нужны? Поубирайте их, и тогда ваш скайп никогда не будет принимать информацию, там, скажем, о скайпе версии пятерки, и не будет автоматически перезагружаться. Иначе, у меня есть целая куча партнеров, которые поставят версию 3.8, а она у них через полчаса превращается в 4.8, или там в 4.2, или там в пятерку и так далее. Вам надо сразу, как только скачали, зайти в настройки и убрать вот эти к чертовой бабушке все птички. Понятно, да? Все, больше здесь ничего нету. После этого вы нажимаете на кнопку «Сохранить», и все, у вас вся история сохраняется. Все, по данному вопросу, я думаю, ответил. Так, Альберт, пожалуйста, еще. Меня слышно, Сергей? Да. Сережа, еще такой вопрос. Я там видел куки. Можно ли стирать куки? Они не затормаживают скайп? Ну, я их вообще, честно говоря, я вообще их не трогаю. Вот. Если они, как говорится, стоят и мне не мешают, то я и не делаю никаких экспериментов. Потому что я могу загрузить хоть 10 тысяч контактов, вот, хоть 40 тысяч контактов и работаю спокойно. Если бы мне были какие-то проблемы, тогда бы я уже экспериментировал. Не могу точно сказать. То есть нет ответа. Окей, спасибо, Сереж. Окей. До свидания. Так, следующий у нас Наталья Коноплева. Пожалуйста, Наташа. Сергей, добрый вечер. Наверное, частично вы ответили на вопрос. Просто я вот смотрю на ваш скайп, да? А у меня-то совсем другой скайп. Думаю, где же группы будут? Я уже в процессе беседы включала свой скайп и думаю найти группы, и группы получаются отдельно. Но это, видимо, вот вы ответили на вопрос. Версию 3.8 надо поставить. Да, совершенно верно, да. Начинайте работать с версии 3.8, забудьте про новую версию, они вам не нужны. Единственная проблема, что у версии 3.8 нету показать экран. Но для этого есть прекрасная программа TeamViewer 5, с которой вы можете, она абсолютно бесплатная, с которой вы можете просто войти в чужой компьютер.
и настроить, и сами мышкой, собственной мышкой у другого человека, который находится за 5000 километров от вас, настроить любые программы, инсталлировать, показать, обучить. Это намного лучше, чем показать экран. Пользуйтесь программой TeamViewer 5, это самое лучшее. Что вы говорите? Кого-то нужно пригласить, чтобы настроить версию 3.8. А что ее настраивать-то? Я же показал, очень легко. Поставьте русский язык, все на русском написано. Нажимайте на инструкции, в настройки, открываете настройки, и все по-русски написано. Я же думаю, что вот эту птичку вы сказал убрать, значит уберите, чтобы у вас Skype не включался вместе с Windows. Иначе у вас Skype может сгореть. Понятно? Понятно. Я по-русски все объясняю. Это все понятно. Включить инструменты, да? Да, в раздел инструменты заходите, в раздел настройки и все, и выполняете далее так, как я сказал. Хорошо, спасибо, спасибо. Окей. Виктор Шалаумов, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я персонально вам привет. Здравствуйте. Вот, я не пропадал из комнаты, может и повторный вопрос такой я не слышал. У меня сначала такой вопросик, чисто такой. Сергей, вот контакты, которые я могу подарить, вот, ну, там, ну, своим-то подписываться, как вы учили, вот, я вот такой вопросик. Мне вот так интересует. Вот у меня уже так контакты, но мне контакты еще не дали, ну, свои контакты, то есть еще не дали. Не внесли меня в свою книжку. Их нельзя давать людям, да, эти контакты. То есть ну, надо посортировать такие контакты, и, то есть давать только те контакты, которые же это дали согласие. Так, во-первых, да, подождите. Если тоже можно. Да, во-первых, Виктор, послушайте, подождите, помолчите. Во-первых, давайте контакты собственные, не те контакты, которые подарил вам спонсор, например, я, да, а те контакты, которые вы собрали лично, 1000 контактов, да, отправили этим контактам, отправили сообщение, и эти же контакты, 1000 контактов, отдавайте тем людям, которые приняли вашу информацию и согласны получить от вас 1000 контактов. Потом группируйте новые списки контактов уже с тех людей, которые пришли в вашу группу, да, и делайте общий список контактов. С общим списком контактов вы уже будете работать 10 человек, 20 человек, сколько у вас будет в группе, и вот с этих списков контактов вы уже можете эти контакты раздавать. И также можете говорить, если вы пригласите, допустим, 3 человека в первую линию, то я подарю вам 1000 контактов дополнительно. Пригласите еще 3 человека в первую линию, я вам еще 1000 сетевиков подкину. Еще 3 человека, еще 1000 сетевиков подкину. То есть таким вот образом человек не остается без работы. Ваш партнер, которого вы пригласили, вы его просто грузите работой. Он потом не может вам сказать, что он не может найти сетевиков. Понятно, да? Да, мне понятно, но я не в том плане. Я понимаю, что так. Я просто говорю, те люди, которые мне не дали своих контактов еще, их дарить нельзя, я понимаю. Так, да? Почему? Напротив, Виктор, вы делаете тоже ошибку. Если они вам не дали контакты, то, может быть, этих людей вы чем-то не устроили. Если они вас не добавили, то они могут добавить любого другого человека с вашей организации. Вот это я хотел. То есть сколько я насобирал, вот у меня сейчас 900 контактов. Дали, не дали, всех можно их дарить. Можно, конечно, да. И поймите, когда вы дарите эти контакты своим людям, в своей организации, то с этой 1000 работаете не только вы, а вся ваша организация. И это увеличивается эффект, если у вас 10 человек, значит работа увеличивается в 10 раз больше, получается эффект. Yeah. Если у вас 100 человек, значит результат в 100 раз улучшается. Виктор Шалаумов опять. Сергей, я просто несколько вопросов таких. Вот еще такой вопросик. Вот.
Ну, то, во-первых, по этим, по созданию этих контактов резервных их, можно как-то есть где-нибудь уроки такие же, как создать резервную копию контактов, ну, на всякий случай. Ну, во-первых, это очень легко. Вот смотрите, вы просто открываете все контакты, вот эти все группы, да, вы их можете поодиночке, там, допустим, сохранить эти группы, да, нажать на ОК и потом сохранить. Или вы можете, допустим, не отмечать вот так птичками, а вот эту вот птичку поставить, али контакты, да, то есть, и нажать на ОК. И тогда все контакты забегут в эту программу, в Magic Magic. И после этого нажимаете Save Unix, вот это, да, и называете как-то вашу папку, все контакты, которые находятся у вас в скайпе, например, мои контакты, и нажимаете сохранить. И все, они у вас сохраняются, и таким способом я рекомендую каждому из вас хотя бы один раз в неделю сохранять все контакты. Почему? Потому что может произойти все, что хотите. На вас могут пожаловаться дилетанты и те люди, которые абсолютно не понимают, чем вы занимаетесь, случайно получили от вас какую-то информацию, они не профессионалы и, соответственно, могут на вас пожаловаться, подумать, что это спам, и случайно, допустим, удалят ваш скайп, вот, или заблокируют. Но контакты у вас всегда будут оставаться. И вы их можете всегда добавить в новый скайп, написав лишь небольшое предложение. Вот когда будете отправлять, вот добавить меня к себе в контакты, да, вот. Здесь вы можете написать, у меня украли скайп, или мой скайп блокирован, мое имя такое-то, такое-то, вы были у меня в контактах, пожалуйста, добавьте меня, это мой новый скайп. Все. Понятно, да? Это на тот случай, если у вас, допустим, своруют скайп или удалят. Но я, по крайней мере, рекомендую каждую неделю те контакты, которые на данный момент у вас находятся, так как постоянно вы будете добавлять новых людей, новые контакты, каждый день по несколько штук, да, я рекомендую хотя бы раз в неделю сохранять полностью всю базу контактов, которые у вас есть на скайпе. Так, следующий вопрос. Так, Виктор Шаломов, еще раз. Я ответил на вопрос? Да. Окей. Так, кто у нас есть еще? Надо, наверное, уже закругляться, потому что очень давно сидим уже. Алекс Толкачев, пожалуйста. Да, Сергей, добрый вечер. Еще один раз повторите, как контакты отправлять со скайпа и с межмедиком. Они связаны с собой как-то, вот непонятно, я не понял. Алекс, тут все понятно, я не знаю, что вам непонятно, уже целый месяц мучаетесь, я думаю, что давно должны были бы уже научиться. То есть, еще раз говорю, вот я открываю скайп, открыл скайп, здесь у нас находятся группы, я думаю, что у вас также есть группы, да, вот, открываете любую группу, посмотрите, сколько у вас контактов, если у вас там, например, сразу объясняю, если есть вот такие вот вопросики, сейчас посмотрим, может быть, они у меня тоже появились, вот, Александр Сердюк. Значит, выбираем такого человека, смотрим дальше. Надо поубирать, прежде чем отправлять информацию. Таких вот людей надо удалить. Сразу он здесь мне не нужен. Значит, что мы делаем? Мы не блокируем этого человека, потому что он может опомниться, а просто удаляем этого человека из списка контактов, чтобы он не мешался и не получал от нас дополнительно писем. Если он у меня будет здесь находиться, то с помощью программы Magic Magic он получит письмо, что это, конечно же, будет уже являться спамом. Вот таких людей надо сразу удалять, почистить и после этого загружать данную группу уже себе в программу Magic Magic. Вот.
Допустим, повод линии 100, да, это группа повод линии 100. Значит, нажимаем на LOR Contacts, да, и выбираем данную группу. Нажимаем сюда, нажимаем ОК, нажали на ОК, и вот они все контакты находятся здесь. Все, 97 контактов. Нажимаем «Отметить всех», пишем здесь любое письмо, вот, и нажимаем на Send Manager, на эту кнопочку, и письмо уходит. Уважаемые друзья, если кто-то работает с англоязычными партнерами, вы также можете, допустим, отправлять письмо на английском языке. Очень легко и просто. Пишите, допустим, «Привет», да? «Привет» написали. Для того, чтобы отправить письмо на каком-то языке, вы можете выбрать любой язык, турецкий, французский, английский, немецкий, любой, да? Вот. В данном случае у нас выбран английский. Вы просто ставите здесь птичку, вот, да? И видите, уже вместо «привет» стоит «hello». «Hello». Видите, да? То есть таким вот образом идет автоматический перевод, что позволяет человеку на другом конце, как говорится, интернета, да, получить от вас уже письмо на его родном языке. И будет довольно-таки приятно данному человеку то, что письмо не на русском, а уже на английском идет, да? И, соответственно, он уже может отреагировать на него. То есть это также нужно учитывать. Программа прекрасная. Советую вам ее приобрести. Многие люди говорят о том, что она слишком дорого обходится. Есть программы во много раз лучше, у которой скорость мощнее и все прочее, которые стоят там $30 или $15. Есть разные программы. Один раз платишь и покупаешь ее на всю жизнь. Имейте в виду, не надо, ни в коем случае нельзя покупать такие программы, за которые вы платите одноразовую цену. Почему? Потому что они на русском языке, вы их приобретаете? Неправда. Потому что они дешевые? Тоже неправда. Да потому что там не нужно строить организацию и все прочее и тому подобное. Вы покупаете по этой, ну то есть лишь по этому. Но что получается? Тот человек, который продал вам данную программу, я говорю открыто, прямо, пускай мне хоть что делает тот человек, который распространяет свои программки за $30, да, я все равно прав. Если бы у него была лицензия, да, то есть, вернее, не лицензия, а договор с глобальной компанией, с компанией Skype, то я с удовольствием привел бы всю свою организацию в его группу, да, то есть вся бы моя организация купила у него бы эти программки по $30. Но так как у него нету договора со скайпом, он ничего не теряет. Но вы, уважаемые друзья, если будете приобретать такие программки, у которых, во-первых, нет лицензии, а во-вторых, нету договора со скайпом, как у Мэсок Магика. У Мэсок Магика до 2099 года договор официальный на 90 лет вперед. Вот. И у Мэсок Магика есть гарантия, что вы не будете платить штраф. Ни за какой спам, ничего и тому подобное. Да? Здесь же, если какой-то партнер пожалуется на вас и Skype проверит, с какой программы вы делали рассылку, то будьте уверены, что вы получите минимальный штраф, как ну, где-то около $100 000. Вот, пожалуйста, что у вас может получиться. Вы хотите купить что-то по дешевке? Купите, пожалуйста. Но только знайте, что ваши дети и внуки потом после вас могут рассчитываться также всю оставшуюся жизнь. Хотите рисковать? Рискуйте. Кого еще не наказала такая программа или такие программы не наказали, тот, кто не терял еще денег, можете рискнуть. Пожалуйста. Остальным я рекомендую приобретать программы только те, у которых есть лицензии, те, у которых есть имя мировое, те, которые не скрываются нигде-то под какими-то логинами и все прочее, те, которые не торгуют
по-четному, вот, а торгуют официально, с документами. Те, у которых есть регистрационный номер, лицензии и все прочее. Такая компания является Мысок Магик, которая спокойно распространяет данную программу уже третий год, в которой я также участвую прекрасно уже третий год, и с помощью которой я построил миллионные организации. Пожалуйста, если у вас есть спонсор, обратитесь к своему спонсору для того, чтобы приобрести эту программу. Если у вашего спонсора этой программы нету, можете обратиться ко мне напрямую. Нет проблем, я вам напишу или командный сайт, или дам свою ссылку, или как хотите, или напишу название компании, вы можете найти ее в интернете и тому подобное. Но прежде всего обратитесь сначала к своему спонсору. Если у спонсора она есть, то делайте регистрацию под ним. Так, поехали дальше. Еще раз Алекс Толкачев. Да, еще небольшой один вопрос. Значит, вот я закончил работу с Магик. Какие должны действия произвести, чтобы выключить новую? Закончили, то есть. Просто нажимаете вот на эту кнопочку, на эту, все, закрыли его и все. Ага, понятно, все. Понятно, окей. Так, кто у нас еще есть? Павел Николаев, пожалуйста, вам микрофон. Да, Сергей, здравствуйте всем. Спасибо вам большое за вот, участие и за обучение в этой программе. Ну, вы частично уже ответили, я бы хотел, вот, где скачать, как найти Mystic Magic, вот эту программу, ну, ответили. И второй... Вот когда мы список своих контактов в поисковике в Гугле делаем, то есть мы не обязательно тот проект, ну, указывать компанию не того проекта, куда мы хотим пригласить, да, а как бы другую, любую компанию указывать. Поймите, вы можете указать любое название компании, что хотите, то можете указать. Да, то есть без разницы, Herbalife, Unwave, Intway и все прочее, да, там, любую компанию. Все, понял, да, спасибо. Да, понятно, да, окей. Понятно, спасибо большое. Ну, остальное в личке, если я понял так. Да, да, окей. Владимир Костицын, пожалуйста. Алло. Алло, да, говорите. Здравствуйте. Я вот что хотел спросить. У меня какая-то штука получается. Вот, я, значит, у меня были старые контакты с Купы, да? Я сделал папку старые связи до такого-то числа. Потом загрузил 1000 контактов. У меня получилось, ну, значит, общая папка, негруппированная, значит, получилась. И, как сказать, я вот из негруппированных хочу убрать старые связи, выделяю правой кнопкой мышки, да, нажимаю удалить, и у меня удаляется отсюда этот человек. Из группы старые связи и из всех контактов удаляется. Я уже потом восстанавливаю по истории этого человека. Ну вот такая техническая заминка. Так, окей, смотрите, как здесь нужно выполнять, очень легко и просто. Сейчас я вам покажу, как это делается. Допустим, группа Power Line 100 у нас открыта, да? Открываем человека, открываем следующего человека, они у меня выскакивают всегда с левой стороны, потому что я их всегда перетаскиваю на левую сторону, так удобнее работать. И теперь, для того, чтобы удалить этого человека с этой группы и перетащить его в другую группу, вы просто делаете удалить из данной группы, да, этого человека. Вот. Ну, здесь у нас
как получается, мы сначала удаляем из списка контактов, просто удалили этого человека из списка контактов. Видите, вопросик появился, его нет у меня в списке контактов, но я его не потеряю, потому что он у меня здесь на рабочем столе. Следующего удаляю из списка контактов, просто удаляю, его нету тоже, но я его не потеряю, потому что он у меня здесь на рабочем столе. Теперь для того, чтобы восстановить его в любой другой группе, я просто могу его перетащить вот таким вот способом в любую другую группу. Да? И он у меня автоматически остается только в одной группе. Но сейчас мы его перетащим обратно сюда. Вот так вот перетаскиваем, включаем, и он у меня автоматически уже становится активным. Видите, да? Мы его выключаем, и все. И так далее. Понятно, да? Вот, то есть ничего сложного здесь не происходит, все получается нормально, не надо бояться их удалять полностью со скайпа, если вы пооткрывали данные контакты. Вот, вы открыли эти контакты, можете их удалить со своего скайпа и перетащить вот таким вот образом, берете мышкой и перетаскиваете в любую группу. Видите, да, очень легко и просто. Вот. И человек остается только в одной группе. А то некоторые люди, допустим, понапичкают, в одну группу запихнули этого человека, в другую, в пятую, десятую. Не надо этого делать. Если вы, допустим, перетаскиваете какого-то человека в другую группу, то откройте его сначала, удалите его полностью из списка контактов, вообще со скайпа, но только откройте его, не отсюда удалять, а откройте. И потом перетащите в любую группу вот таким вот способом. Вот и все. Ничего сложного здесь нету. Я думаю, что это все нормально, легко получается. Я ответил на ваш вопрос, Владимир? Да, спасибо. Окей. Виктория Мильсина, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, вот у меня сейчас я просмотрела у меня сайт версии 4.2. Мне хотелось, и на Windows 7, мне хотелось бы здесь поставить 3.8. Как это практически можно сделать? Возможно? Да, конечно, возможно. Я сейчас вас отключу. Так, да, конечно, это возможно. Это тоже элементарно, вы просто скачаете Ctoup 3.8 скайпа, да, и удалите свой скайп, просто возьмите, зайдите в программы и удалите свой скайп, четверку. И потом по Ctoup версии 3.8 восстановите свой скайп и все. Контакты, как правило, должны автоматически появиться в версии 3.8, но на всякий случай я рекомендую сохранить свои контакты, потому что не всегда получается, что они у вас выходят. Вот. Сохранили свои контакты, и потом свои контакты можете добавить. Если у кого-то нету, допустим, программы Mesoc Magic, то можно, допустим, сохранить свои контакты. Сейчас, подождите, я сейчас вспомню, куда. Вот, пожалуйста, по-моему, здесь. Так, вот, пожалуйста, дополнительно раздел «Создать файл запасной копии из списка контактов» вы можете, а потом с помощью вот этой функции восстановить контакты с помощью данного файла, который вы сделаете, когда будете делать «Создать файл запасной копии». Вот, и так далее. Эту функцию тоже можно делать. Вот, на всякий случай, у кого нету программы Mesoc Magic, также рекомендую вот, использовать данный вариант. Окей. Так, Виктория, я ответил на ваш вопрос? Да, огромное спасибо. Окей. Сергей Акулов, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте.
инструкция на русском языке где-то есть, кто в формате вот про это все, что вы говорите? Нет, я не делаю никаких инструкций на русском языке. Вот, здесь... Это про вас, а вообще, в интернете где-то, может, вы знаете, где-то можно скачать это такое? Ну, во-первых, по программе Mesoc Magic каждый день проходят конференции 21.30. Вот, вы можете посещать, это проводит Юрий Вахрушев, он также находится у меня в команде в данной программе. Каждый день и суббота, и воскресенье 21.30 вы можете посещать, слушать, проходить школы вот, у него и так далее. Он тоже проводит их тоже замечательно, но у нас немножко с ним разные методики обучения. Вот и все. Так он тоже прекрасные школы делает. А в конференц-комнате какой-то, да? Да, в конференц-комнате. Если что, можете обратиться ко мне, я вам дам ссылочку на конференц-комнату. Сейчас, подождите. Вот, если вы видите сейчас, вот она находится. Если можете ее списать, то, пожалуйста, спишите. Вот, я ее оставлю пока так. Вот, если нет, то тогда можете обратиться ко мне в скайп, и я вам дам эту ссылочку. Вот она сама. Понятно. Угу. Окей. Наталья Коноплева, пожалуйста. Я, может, повторить вопрос, я не слышу, вы женщина говорили очень тихо. Наташа, извините, вы тоже говорите очень тихо, вас вообще не слышно. Я извиняюсь, микрофон сняла. Это самое. Я говорю, повторюсь, может быть, или я не поняла. Как, если мне настроить версию 3.8, я потом смогу перейти на эту версию, в которой я работаю? Потому что мне необходимо бывает поделиться экраном. Я уже объяснял по поводу поделиться экраном. Посмотрите, замечательная вещь, которая позволяет вам поделиться не только экраном, но и войти в чужой компьютер и позволить любому человеку войти в ваш компьютер. Которая безвредна, через которую вы ничего не можете навредить, не можете ничего украсть. Угу. Вот, но... Синьювер, да, вот тут? Да. Вы можете написать, скажем, вот это вот название, Тиам Вивер, пятерочку, например, да, в поисковичок, или можете обратиться ко мне, я вам дам ссылочку, где Он у меня стоит. Да, тем более, если у вас стоит замечательная программа, которая позволяет абсолютно бесплатно любому партнеру обучить любое количество людей через интернет вот с помощью этой программы, войти в любой компьютер, и это в 1000 раз лучше, чем показать экран. Показать экран, человек видит там, во-первых, все мутно, во-вторых, он не может вам даже пальцем показать, куда надо нажать, а тут вы можете мышкой показать даже, да? Или вы можете не сами выполнять функции, а просто показать, руководить, мышкой говорите. Вот это вот номер, пожалуйста, вот сюда запечатай другой номер какой-то, да? Или вот сюда вот поставь, вот, пожалуйста, демонстрация, да? И так далее. То есть человек так вот быстрее, в 1000 раз быстрее обучается. И еще вопрос. Те контакты, которые у меня были, они перейдут в версию 3.8? Да, конечно, перейдут. Потому что у вас, да, они не потеряются, но в смысле как, вы заранее их должны скопировать, вот, да, сохранить на всякий случай, вот, потому что не всегда они переходят самостоятельно, да, их надо заносить. Но в любом случае, когда вы их восстанавливаете, у вас всегда появятся зелененькие контакты, да, то есть вот такие зеленые контакты, так как они уже присутствуют на вашем скайпе. У вас же логин скайпа не меняется, значит и контакт. Нет, конечно. Нет. Ну, вот и все. Вот, окей. Спасибо огромное, спасибо. Окей. Так, ну что, уважаемые друзья, я думаю, достаточно на сегодня. И поэтому, наверное,
с вами на сегодня попрощаемся. До следующей встречи, до следующей среды. Каждую среду в 19:00 по расписанию мы можем встречаться в этом зале. Всем пока-пока. Надеюсь, каждому из вас это обучение, эта школа принесла какие-то дополнительные знания. Если оно так и есть, то мне очень приятно, что я сделал для вас что-то хорошее, и вы чему-то научились. Всем пока-пока, до свидания, до скорых встреч, опять же, в этом конференц-зале. До свидания.